Всем привет, Аланья, центр и куча банкоматов. Кстати, банка моего нету. И у меня задача стоит попробовать снять $30. Ну, вообще, мне надо $35 с карты украинской Альфа-банка. Посмотрим, что с этого получится и какой банкомат что будет предлагать, какие условия, какие комиссии. В долларах я уже давненько не снимал, я вот не помню. Во-первых, не все банкоматы могут разрешать. Видите, тут турецкая лира и евро только. Не подходит, сори, банкоматик, давай назад. Почему-то евро отдает, а доллар не предложил. Следующий, это у нас был гарантибанк. Следующий ТЭБ. ТЭБ. Смотрим, что здесь у нас. Так, я надеюсь, язык какой-то будет здесь помимо. Не, не будет. А, вот русский, да. Есть русский. Смотрим, что здесь он предложит. Снятие денег, какие валюты будут. Евро, доллар есть, но дело в том, что сотки могут быть сотки. Мне даже полтинник, в принципе, не нужен, мне надо. Блин, ну а тут полтинник, кстати, есть, но мне надо меньше. Попробую на всякий случай. Тридцаточку я ввел. Снять $50. 50 нет. Не смог я вам показать комиссию. Следующий Вакиф. Нет, давайте Ингбанк попробуем. Ингбанк. Менюшка русский есть. Вот этот у меня проблема. Постоянно, когда нужна. Ага, видите, это только в лирах вообще. Только в лирах вообще. Ну, давайте снимем. Мне надо это. Денег нет вообще в кармане никаких. В лирах снимем. Двадцаточку. Когда, значит, друзья, смотрите, когда он ничего не пишет про комиссию, значит, комиссии либо нет, либо она минимальна. Если бы комиссия была большой, он бы обязательно написал об этом. На двадцатку мы сняли, то есть тут Ингбанк для украинских карт, все нормально. Сейчас я на всякий случай проверю. Посмотрим. 20 это 100 гривен. 1800. Лира, по-моему, продолжила падение, что ли, что-то вообще мало получается. Так, это у нас следующий банк. Короче, в этом Вакиф, Ингбанк, как банк можно снимать. Если вам надо в лирах с украинских карт. Да, вот это мы сейчас Вакиф. Снимал я в Ингбанке только что. Вот Вакиф я единственное, опять же, не помню, в долларах он дает или не дает что-то. Смотрим. Ага, здесь тоже в лирах получается. Да, доллары снять практически нереально, друзья. Ну, как полтинник я бы уже, может быть, снял бы. Полтинник я бы уже, может быть, снял бы. А меньше, даже двадцатку снять, это проблема. Давайте попробуем еще Туркия-Банкаси. Туркия-Банкаси. Смотрим здесь. Оплата денег. Европейский, американский доллар. Другое. Ну, здесь 100 только можно снять. Все. Сразу можно отменять. Я снимал, помню, в Чемьюве осенью на Япи Креди еще попробую. Сейчас снимал на джинсы. Мне надо была такая же ситуация. Была, нужно было что-то или 20, или 30 баксов сделать. Потом это видео, оно еще лежит не отмонтировано. И тоже я не смог. Я бегал, бегал. В итоге я не смог снять маленькую сумму, получается. Так, вроде Япи Креди я еще не пробовал. Вообще что-то я его не помню. Сейчас посмотрим, что будет. Ой, какая-то клавиатура космическая прям какая-то, смотрите.
20. Кстати, интересно мне, это ж теоретически я могу как бы зайти, а тут тоже лира и евро, все, доллары мне не предлагают почему-то. Нажимаю L transaction, вообще ничего не происходит, все, IPTAL. Отмена chancel, cancel IPTAL будет по-турецки. Да все, отдайте мне уже карточку. Теоретически я могу, наверное, зайти в банк с паспортом и с картой. Ну, я не уверен, но, возможно, в банке я могу снять в долларах. Хотя я не уверен. В принципе, можно будет попробовать. Вот, так что доллары снять не получилось, друзья. Не получилось, к сожалению. В принципе, на этом все. Вот смотрите, как выглядит центр. В 9 вечера весной, в апреле.